мои спортсмены, домашнее задание, гимнастика для пальцев рук. 10 раз мы с вами выполняем сгибание, разгибание пальцев. Желательно работать в максимальном темпе. Затем замок, движение широко, замок, движение широко в стороны. Угу. Далее снова сгибание пальцев 20 раз. Затем каждый палец мы с вами прокручиваем вправо-влево. Так работаем с каждым пальцем 2 круга. А далее растираем ладони активно. И последнее упражнение. Пальцы в разные стороны. А также примерно 15 секунд работаем. Каждое из упражнений вам необходимо выполнить в 3 подхода и в 3 круга. Будьте здоровы, любите свое тело и жду вас на занятиях.